Всем здорово, Ice Cream, и сегодня я намерен пройти эту игру до конца и спасти этого мелкого, вот этого мелкого рыжего. Насколько можно веревку перепрятывать? Ее теперь вообще в этих шкафчиках нету. Серьезно, значит она тут. Ужас, 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 ужас. Так что попадаем в гараж, теперь наша задача быстренько, быстренько стырзить канистру отсюда. Открываем дверь, он спит, нет, не спит, где он есть, вот он. Ну да хрен с ним, пускай он там пока вдупляет, мы быстренько забираем канистру и валим отсюда. Ну, в моем понимании, конечно, быстро это не быстро. Поэтому забираем канистру так, как можем. Так, все, он там дуплит. Все, пока он там дуплит, идем в кафетерию. В кафетерии нам нужно достать монетку, посмотреть, что нам посмотреть. Черт его знает, что посмотреть. Черт его знает, что нужно посмотреть. Сейчас посмотрим, что нам нужно посмотреть. Значит, там его нету. Значит, он внутри. Дверь. Ага, сейчас внутри. Заходи. Все, прекрасно. Пока он нас там ищет, мы быстренько залазим, быстренько пригибаемся и быстренько ищем в мусорках всякое разное. Ты нашел бумажку с кодом. Великолепно. Нам даже по мусоркам особо лазить не пришлось. Так, в принципе, что? Держи, касса. Можно выкинуть ее, я думаю. Теперь открываем дверь. Там его нету еще нигде. Нет, его там нету, значит, кто у нас следующая смена? Рабочая одежда с Джессика. Джессика. Хорошо, теперь, что нам нужно теперь? Теперь нам нужно добежать до кассы. Ну, в данном случае, конечно, доползти до кассы. Так, спокойно, ты меня не видишь. Вот, монетка. Встаем, прицеливаемся, забираем монетку и... Давайте, наверное, ползком, потому что ну его к черту. Не хочу рисковать. Так, монетку надо бы отнести в фургон. Тут его нету. Вот он. Вот она, собака. Закройся дверь. А мы быстренько через окно слиняем. Так, ты же меня там не видишь? Нет. Все, прекрасно. Он внутри. Можем спокойненько отнести монетку, куда нам нужно. А нужно нам ее отнести в фургон. Э, лошара, я тут. Не можешь найти меня, да? Ой, какая жалость. Так, ладно, валим теперь отсюда. Хотел я сказать, что валим, но решил еще осмотреться. Короче, нашел какую-то хренотень. Масло. В душе не... В душе без понятия, для чего оно нам нужно, но, скорее всего, пригодится. А вот для чего оно пригодится? У меня есть, конечно, одна идея. Связать Рода и залить ему в рот масло. Как в фильме «Форсаж». Но я думаю, что наш герой так не будет делать. Мы же типа хороший герой. Ну да ладно. Где Роди? Куда он пропал-то? Валим. А куда теперь валим? Давай на детскую площадку. Там, по сути, ключ есть. И заодно монетку в автомат закинем. Так, да. Все, выкидывай эту хрень. Монетка. Монетка. Вот монетка. Открываем дверь. И великолепно. Этого чучела тут нету. Так. Монету-приемник. Кнопка. Что нам выпало? Поставляем. Ты активировал автомат с игрушками. Что мне это дало? Да, блядь, прицелься ты по-человечески. Пинбольный пистолет. Эй, пока я прицелюсь, нас 30 раз захавают. Сейчас поворачиваю это чучело тут. Нет, нету. Ха. Нам чертовски везет. Рот, ты где? Мне без тебя скучно. Хотя, знаешь, пошел ты в пень. Блин, а как мы там... Надо бы его отсюда увезти, потому что мы там около крана будем тупить очень долго. Потому что пока про чеху попаду, потом пока по кнопке попаду. Давайте слазим сюда, посмотрим, что у нас тут. Я вроде помню, что там что-то было, но что тут было, я не помню. А, решетка тут была. Ворота. А-а-а, японский магнитофон. Вот для чего масло нужно было. Ты смазал ворота, теперь их можно открыть. Хорошо, выкинем масло. А может быть они... Может быть оно еще нужно будет? Черт его знает. И что? И куда я попал? Что у нас тут? Ничего. Ну там какая-то хрень стоит. Давай. Все, я понял. Помчали теперь за канистры, блин, туда-сюда метаемся. Забираем канистру. А зачем нам канистра с бензином? Я понял, маслом мы будем его пытать, а потом мы его сожжем. Ну просто других вариантов у меня пока нету.
Хотя, может быть, канистра с бензином нужна для машинки, которая стоит в гараже. Кстати, да, нужно еще ключ забрать, не забыть. Так, прекрасно, у нас полная канистра бензина, пойдем искать спички, чтобы сжечь этого клоуна. Ну, он, конечно, не сгорит, он растает. Он же типа мороженка. Но нас это не колышет. Мы будем его сжигать. Ёбаный, бля. Прекрасно, вот он скотч. Это, конечно, изолента. Но нас это не особо волнует. Давайте подождем, пока он уснет, потому что эта собака по-любому стоит около двери и ждет, пока я выйду. Так, он вроде прилег, поэтому я думаю. Да, хреново, я думаю. Спокойно, спокойно, ты меня не видишь. Я же сказал, ты меня, сука, нашел. Ну вот как? Как мне вот отсюда нужно выбираться, если эта собака прям стоит и ждет нас около, блядь, двери, а? Вот просто как? Где бейсбольный мяч? Бейсбольный мяч для регби. Где ты? Вот он. Ах, лови. Да, все, теперь ты меня не поймаешь. На тебя, сука, в лоб. Валим, кстати, валим, быстро отсюда валим. Пока он не в себе, мы сваливаем отсюда. Великолепная идея, просто прекрасная. А вот тут, наверное, ползком. Потому что он вроде как должен был прийти в себя. Но он и пришел в себя. Быстро. Мог бы еще постоять отдохнуть. Бля, эта собака еще и дверь закрыла. Я надеюсь, ты этого не слышал. Валим обратно в детский сад. Вот мне вообще неприятно то, что он там ходит. Давайте используем пистолет для пейнтбола. Где ты? Где ты, мой маленький? Вот он. Роди, я открываю на тебя охоту. Иди сюда. Тут еще прицелиться нужно. Бам. Бам. Ты сбил Рода, и он будет без сознания в течение минуты. Прекрасно. Я думаю, этой минуты нам хватит за глаза. Все, теперь наша задача быстренько забрать ключик у охраны и свалить отсюда. Но вот куда свалить, это большой-большой вопрос. Блин, куртку спиздили. Куртку украли. И где она есть? Курточка, ты где? Вернись, я все прощу. Ладно. Скорее всего, она где-то тут. К сожалению, тут ее нету, поэтому продолжаем поиски. У меня, конечно, есть еще парочка вариантов, например, тут. Тут тоже нету. Тогда моделируем ситуацию. Пришел сторож на детскую площадку. И вот так вот тоже ползал. Ладно, отменяем моделяцию ситуации, потому что куртку мы уже нашли. Ключ, ты чего не выделяешься? Возьмись, ну возьмись ты, ёп! Все, уходим отсюда. Быстро валим отсюда. Нет, я упал в канаву. Какая жалость. Загружаем ключ, загружаем масло, загружаем ствол, загружаем себя и валим, куда мы валим. На парковку. Так, все, мы прибыли, значит, первым делом осматриваемся. Осматриваемся, этого чучела рядом нету. Поэтому уходим отсюда, потому что это чучело, оказывается, находится рядом. Давайте быстренько пробежимся по этажам, посмотрим, что для чего, куда. Доставим питбольный пистолет, потому что там находится такая хитрая система. Короче, мы подходим, выцеливаемся в эту кнопочку и нажимаем. Вот. Прекрасно. Теперь наша задача – это заправить этот автомобиль. Я ведь верно понял? Залезть. Нет, подожди, залезать рано. Вот она, эта собака. Ну же, подбирай пистолет. Где он? Он должен быть тут. Дверь открылась. Закроем дверь, потому что нехрен двери открывать, тепло выпускаешь. Подбираем канистру. Блин, как бы так заправиться, чтобы он нас не достал? Да хрен вот так заправишься, на лови. Ему по херам. Очень жаль. Подбирай свой пистолет, блин, достал. Куда ты, где ты, Роди? Роди, сюда, ко мне, come to me. Слушайте, ему, по-моему, вообще по барабану то, что мы рядом с ним ходим. Эй, чудище.
Смотри, я тут. Повернись. Давай так сделаем. Вот, а так он услышал, да? Молодец. Раз, два. Все, у нас есть ровно одна минута, чтобы заправить этот... Все, ты заполнил бак и можешь управлять им. Хорошо, давайте через роли приедем. Прекрасно. А как ты управляешь? Ой, какое неудобное управление. Ладно. Ладно. Стопэ. А куда нам ехать? На выход только. Вот тут, кстати, можно сократить. Если она разбивается, конечно. Хотя я сильно в этом сомневаюсь. Да, разбивается прекрасно. И что дальше? Угу. Дверь. Великолепно, дверь открылась. Ага. Нам, значит, нужно уронить вот эту хрень сюда. Чем тебя, трос? Кусачки. Ну, кстати, кусачки где-то тут должны быть по-любому. Вперед. Ха-ха, зашибись. Прекрасно, что его можно сбивать. Мне это прям великолепно нравится. Так, но остается вторая проблема. У нас нету кусачек. Где их взять, я без понятия. Значит, что у нас есть? У нас есть масло и офисный ключ. Так нахрена нам этот ключ нужен? Давайте походим, может быть, тут что-то можно открыть. Потому что в кафешке мы вчера ходили, там ничего нельзя этим ключом открыть. Значит, где-то тут что-то можно будет открыть. Вот и офис. Это кабинет, ну, пускай будет офисом. И что? Дверь. Дверь. Рогатка. Какой хрен мне нужна? Так, кейс. Слушайте. Мне на секунду показалось, что тут вроде портфель, Пол, Антони, Дональд, Эмили, София, брат, Джессика, вот. Нам нужна Джессика. Все, забираем и уходим, бляха, муха. 15 шлепок мороженого схватил, батрачить заставил, гвозди приколачивать. Хорошо, что я более умный. И наоборот, отколачиваю гвозди. Ха-ха, лошара. А где он? Ладно, надеюсь, он далеко, значит... Быстренько валим в парковку. Нам нужно подобрать ключик и... И куда этот ключик? А, это ключ-карта, точно. Все, я понял. Значит, пейнтбольный пистолет. Да я не знаю, пускай лежит или взять с тобой. Пускай лежит, в принципе. Быстро вот сюда выходим. Оглядываемся. Никого. Вот он, ключик. А где эта собака? Вот он, шлепок мороженого. Вроде его не слышно, не видно. Значит, это единственное место, где нужно. Доступ к кладовке получен. Прекрасно. Выкинем карту. Блин, вот он этот пес цепной. Иди сюда, шлепок мороженого. Я надеюсь, я отсюда выйду, да. Иди ко мне. Все, пока он там вдупляет, мы быстренько обходим. Быстренько заходим сюда и... Что тут? Лестница в подвал. Хорошо. Почему бы и нет? Сами спустимся в подвал. Ключ от склада. Ключ от склада. Странная дверь, конечно. Так, все, он ушел, значит, карта, парковка. Теперь наша главная задача найти какой-то мифический склад. Где он есть? В душ... Нет, я все-таки не знаю, где он есть. Значит, 235, это 21, 20, значит. Внутри, да? Подойди. Так, шлепок мороженого отсутствует. Подойди. 243, подожди, нет, не то. 33, вот он. Ты открыл дверь. Хорошо, открывайся дверь, быстрей. Я же не знаю, где этот шлепок мороженого ходит. Кусачки, прекрасно. Быстро отсюда валим. Так, надеюсь, он сюда не заползет. Значит, трос. Все. Ага, понятно. А, что ты хочешь от меня? Дверь, кстати, открывается? Нет. Дневник Рода. Наконец-то я сделал это. Машина готова. Не могу дождаться, чтобы получить секретный ингредиент. Это было сложнее, чем я думал. Записи были не очень четкими, но все, что я собрал во время моих поездок, было полезно. К счастью, мой фургон достаточно большой. Теперь мне придется начать тестирование. На человеческих образцах полные дети будут хорошими лабораторными крысами. У них много материала и что-то там написано, будет скучать по ним. А, никто не будет скучать по ним. Теперь мне придется начать тестирование. А, ну вот, никто не будет скучать по ним. Я думаю, получится неделю
Назад я начал продавать первое специальное мороженое. Всегда проходя через ту улицу, я встретил одних и тех же детей. Я был очень удивлен, узнав, что все они страдают ожирением. Первое мороженое. Все дети становятся толстыми. Если я получу правильное количество секретных ингредиентов, то второе мороженое может убить их. Однако у взрослых все по-другому, так как нужно добавлять больше секретного ингредиента, чтобы отпраздновать. Я собираюсь ходить по магазинам, в магазине комиксов и покупать специальные выпуски. Сегодня начинается мое царство восхитительного террора. Все готово. Я пойду по улице, где живет Дэниел Джек, и нам... Короче, уничтожил его. Без сомнения, это гораздо меньше, чем он заслуживает. Я мститель, я герой Рот, я производитель мороженого. Ты долбанутый на голову человек. Опа, дверь. Дверь, почему дверь? Ну ладно, откройся дверь. А что за дела? Вот, все прекрасно сработало. Ключ от клетки. Какое лоханутое место. Стремянку передвинуть. Хорошо. Полезли наверх. Надеюсь, вроде у нас... Нет, у меня последняя жизнь. Ну, ёбаный рот. Ну, как же так? Ну, ты псина. Быстро добежал до того же места. Забрал ключик и... И все. Тебя открыть? Да. А, нужно в окрестность. Хорошо. Возвращаемся в окрестность. И. Да, мы спасли этого пухлого мальчика. Рыжего пухлого. Ну, вы поняли, какое слово хотел сказать. Серьезно, на ходу? Хорошо. Прощай, Руди. Мы тебя не забудем. Шучу. Мы тебя забыли уже. Что за награда? Миксер? Серьезно, ты у него спиздил миксер? Какой хрен он тебе нужен? Игра окончена. Короче, будем продолжать у этой игры еще, по-моему, 5 частей. Будем проходить... Так что пишите, будем продолжать или нет.